Филателистические выставки, вечера с героями сказок, выступления поэтов, юбиляров, а также другие интересные мероприятия ждут маленьких гродненцев на неделе детской книги. Официальный старт празднику будет дан 21 марта. Но первая встреча с маленькими читателями в рамках проекта состоялась уже сегодня. В одной из библиотек города прошел День национальных культур. Ребятам прочли строки из детской литературы разных народов мира, показали коллекцию кукол в национальных костюмах, познакомили с экспонатами филателистической выставки. Впервые в рамках традиционного проекта состоится День тактильных книг. Это проект по созданию тактильных книг для незрячих детей. В нашем городе их не делал никто. И мы на итоговое мероприятие, книги детские, логично провести это в рамках недели детской книги. И мы собираем всех людей, причастных к созданию этих 5 тактильных книг. Сотрудники библиотек приглашают всех детей и взрослых принять участие в празднике веселых приключений, новых литературных открытий, увлекательных встреч с интересными людьми.